В минувшие выходные в лицее номер 11 города Каспийска состоялся 18-й республиканский турнир по настольному теннису, посвященный памяти общественного и государственного деятеля, министра по национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан Магомедсалиха Гусаева. В торжественном открытии соревнований приняли участие руководство образовательного учреждения, представители администрации города, а также депутат Госдумы Федерального собрания Российской Федерации от «Единой России» Нурбаган Нурбагандов. То, что этот год он уже стал вошел в план общероссийских мероприятий по Федерации настольного тенниса Российской Федерации. И будем надеяться, что и в дальнейшем участников будет больше. И сегодня уже присутствуют из многих регионов нашей необъятной России. Турнир проходил среди воспитанников образовательных учреждений из разных уголков Дагестана, а также субъектов страны – Осетии, Чечни, Краснодарского края и Московской области. Ребята соревновались в командах, парах и индивидуальных зачетах. Отметим, что соревнования приурочены к 72-й годовщине со дня рождения Магомедсалиха Гусаева. Организаторами выступили программа «Будущее России» Федерации настольного тенниса при поддержке друзей и близких государственного деятеля. Мы знакомим этого Магомедсалиха Магомедовича как на самом деле активного государственного общественного деятеля, который делал все, чтобы объединить наши народы, народы нашей республики. Мы его будем помнить всегда, он живет всегда в наших сердцах, как здесь отметили. Он будет жить в наших сердцах, сколько мы будем помнить, а мы будем помнить его всегда. В рамках турнира депутат Госдумы Нурбаган Нурбаганда вручил директору лицея номер 11 города Каспийска Мураду Идрисову благодарственное письмо за активную гражданскую позицию, большой вклад в дело по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и взрослых, а также плодотворную деятельность патриотической направленности в регионе.